После новогодних праздников многие девушки, так же как я, задаются вопросом, как же привести себя в форму. Выход есть. Оказывается, за 4 минуты можно похудеть. Как? Расскажем прямо сейчас. 3, 2, 1. Поехали! Табата – это, пожалуй, один из самых эффективных и современных видов тренировки. Авторами программы являются доктор Идзуми Табата, а также группа исследователей из Национального института фитнеса и спорта в Токио. В 1996 году они провели уникальный эксперимент, который доказал преимущество этой тренировки. Всего за 6 недель занятий доктор Табата заметил у испытуемых увеличение анаэробной мощности на 28%. Таким образом, улучшились все показатели каждого спортсмена. Инна, расскажите, что такое Табата? Что включает в себя эти занятия? Табата – это такой формат высокоинтенсивных тренировок, которые разбиты по определенному времени. Это тренировка, которая за 4 минуты прорабатывает все-все-все тело. И у нас 8 раундов. И принцип работы такой, что мы 10 секунд отдыхаем, 20 секунд работаем. И вот в эти 20 секунд нужно выложиться максимально. Замечено, что за эти 4 минуты калорий сжигается гораздо больше и подкожного жира, чем за час, например, бега трусцой. Ну а теперь поделитесь с нами этими упражнениями, чтобы мы тоже все знали, что это такое. Хорошо, первое упражнение, которое мы с вами будем делать, это упражнение, которое включает в себя работу ягодичных мышц, мышц бедер и, в принципе, всего тела. Мы садимся в присед и... Из приседа мы делаем с выдохом мах ногой вверх, вниз. Другая нога. Выдох, вдох. В следующем упражнении у нас задействованы мышцы груди, руки и тоже ягодичные мышцы, но другие пучки мышц. Опускаемся на коврик. Из положения ладони и колени в упоре мы делаем следующее движение. Выпрямляем правую ногу и с выдохом делаем такую скрутку колена назад и жим. Для следующего упражнения нам понадобятся гантельки, и в этом упражнении у нас будет работать плечевой пояс и мышцы пресса. Берем гантельки и опускаемся на коврик. Гантельки в руках. Опустились вниз, заводим руки за голову. И с выдохом у нас будет подъем. Здесь мы выполним вот такой жим и вернемся вниз. Я по себе уже чувствую, что тренировка действительно тяжелая, но думаю, что она приносит максимум пользы, верно? На самом деле, это вообще табата, это моя самая-самая любимая тренировка. И вот мы в нашем зале проводим совершенно разнообразные форматы, но именно табата – это тот формат, от которого, во-первых, я без ума, потому что он очень высокоинтенсивный, он действительно приносит результаты. Доказано, что интервальная тренировка достаточно эффективна, однако важно понимать, что в табате важна интенсивность, с которой вы выполняете упражнения. К тому же правильным будет постоянно вносить разнообразие и добавлять спортивный инвентарь. Тогда результат не заставит себя долго ждать. Здесь очень важно время. Чтобы не упустить ни одной секунды, желательно установить себе на телефон приложение Табата Таймер и занимайтесь в удовольствие. Ключ к успеху лежит в выполнении максимального количества подходов. Еще один плюс Табата – это то, что сжигание калорий в организме продолжается еще долго после того, как вы выйдете из зала.